Всем привет! Начинаю новый влог. Давно я не снимала. На улице у нас холодина. Вчера было 41 мороза. Сегодня немножко мороз спал. На улицу не выходим, потому что, как я сказала, уже мороз. Сидим дома, то какие-то домашние дела делали, то генеральную уборочку сделала, то отдыхали, и ничего, в принципе, не было интересно. Сегодня решила снять влог, сейчас с Маркушкой завтракаем. Маркушка у меня макароны ест, а я буду кушать тортик и кофеек. Муж вчера покупал тортик, каприз называется, вот такой вот, очень вкусный. Буду сейчас кушать тортик с кофе и включу что-нибудь, посмотрю. Какие у нас сегодня планы? Мне нужно приготовить покушать, и первое, и второе. Мне нужно разобрать просто кучу постиранной одежды. У меня позавчера вечером я настирывала просто 3 стирки огромной одежды, поэтому нужно все поскладывать. И нужно будет еще полы помыть и... Да и, в принципе, все. Там уже посмотрим по обстоятельствам. Так что будем мы кушать, и всем приятного аппетита. Так, я тут разбираю сушилку сейчас. На меня вообще лень какая-то напала. Я не хочу ничего делать. Уже на часах 15 минут второго. Я просто страдала ерундой. Лежала, отдыхала. Вот набрала сил, решила встать, начать делать дела. Вообще нет никакого желания чем-либо заниматься. Лень просто какая-то на меня напала. Кстати, муж вчера поехал, заказал этот, заказал плиту на... На этой неделе должны, короче, до Нового года нам ее привезти. Так что скоро-скоро будем мы с плитой, наконец-то. Что еще у нас за новости? Да, в принципе, наверное, никаких больше новостей нет. 27 числа, сегодня у нас понедельник, я в четверг пойду зуб сделаю. 29 числа муж возьмет выходной, и мы поедем закупаться продуктами на Новый год. Что еще? Маркушке подарки купим на день рождения, на Новый год. В общем, поедем за покупками. Сниму вам влог. Что еще? Что еще? Надо, кстати, наверное, сегодня сесть, составить меню, что я буду готовить на Новый год. И что, что еще? И написать список продуктов, которые нам нужны будут. А то я сейчас все время потрачу впустую, а потом, когда ехать надо будет, я ничего не составлю. Никакой список не сделаю. Так что надо, наверное, сегодня сесть, сделать список на Новый год. Решили, короче, мы дома, никуда мы не идем. Я, во-первых, не хочу, во-вторых, неохота, я хочу дома. Что еще? Готовить что мы будем? Я хочу приготовить курицу, знаете, типа мясо по-французски, или как называется, куриное филе, отбить кусочки такие тонкие, помидор, майонез, и сверху сыром все засыпается и в духовке запекать. Теперь же духовка будет, поэтому можно из духовки приготовить. Маркуша сел, глаза закрыл и сидит, Маджу смотрит. Чего испугался? И это, мясо сделаем, не знаю, картошку буду я делать или нет. Может быть, знаете, сделаем как по-деревенски немножко, такими долечками хочется запечь отдельно, без мяса, отдельно в противне просто. Что еще? Салат сделаем с печенкой, наш любимый. Потом что еще сделаем? Сделаем лавашики, накрутим майонез, сыр, чесночок, крабовые палочки. Ну, в рулетике закуску, в общем, сделаем. Возможно, сделаем еще один салат.
какой-нибудь, не знаю, муж говорил мимозу. Вот еще, короче, вопрос стоит. Ну, по-любому надо еще какой-нибудь салат сделать. Короче, либо мимоза, либо мне хочется оливье, либо греческий, либо цезарь. Муж цезарь сделает. Не знаю, короче, надо с мужем еще посоветоваться. Ну, короче, два салата будет. Картошка, мясо, рулетики эти с лаваша. Еще я думаю сделать с рульки рубленую буженину. Оливки, маслины. Сладость там, на тортик мы, наверное, покупать ничего не будем, потому что у нас 5 числа Маркуша день рождения, торт будем есть. В общем, не будем мы ничего сладкое брать, в принципе, зачем оно надо. Что еще, что еще? Да и, по-моему, наверное, в принципе, все. Больше я ничего готовить не буду. Зачем наготавливать, тем более у нас Маркуша день рождения. Мы, скорее всего, поедем в город. Не знаю, посмотрим. Короче, суши, может, покушаем, да и все. Посмотрим, короче. Приготовила кушать, сделала лапшу домашнюю с курочкой и натушила картошки с капустой. С моркушкой поигрались, полы помыла, в общем, сделала все дела, которые нужно было. Теперь будем отдыхать. С моркушкой вон играемся, то робота доставали, то вот сейчас играем в этот, в мозаику.
Я ему даю стаканчики, и он сидит, это, стаканчики насыпает, пересыпает с каждого стаканчика мозаику, да? Такой забавный сидит. Минут вот так вот 20 может сидеть, пересыпать со стаканчика в стаканчик, ему так нравится. Так что вот такие вот дела. Маркуха такой крикун стал вообще. У меня бывает даже за целый день голова квадратная. Прям становится, кричит, балуется. Не просто он там что, не то что он злится, просто он балуется и кричит. Крикун прям. Завтра хочу сделать дома фотосессию, попробовать сделать возле елочки, накраситься, одеться с Маркушкой, пофотографироваться. Сделаем фотосессию, да? Я сегодня хотела, но сегодня дел было много, и надо успеть так, чтобы в обед пофоткаться, потому что уже в часа два солнце заходит, и в квартире уже темно. Поэтому надо так, в обед, даже до обеда пофоткаться, да? Мы уже елочку включили, в общем, отдыхаем. Маркушка вчера, блин, учудил. Бывает, он бегает, играет здесь, потом идет на кухню, включает сам свет, открывает холодильник, а берет все, что ему хочется. Ну, иногда он туда идет, я его зову, и он приходит. В этот раз лежу, зову, он не идет. Я захожу, а он стоит с банкой майонеза и руками там квасит этот майонез, полбанки майонеза. На руки все, маску себе сделал майонез, убиралась, все жирное было. В общем, сынуля вчера мне начудил дел. В общем, такой у нас день получился. Надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно ставьте пальцы вверх. И всем спасибо за просмотр. И всем удачи. Пока-пока.